Посмотрите, в Крыму питание лучше за 4 года. Почему? Никто не влезает туда. Они боятся, им нельзя. И там молоко лучше, творог лучше, все остальное. Что, если губернатор сидит и молчит, он бы сказал бы, пусть сравнит продукты питания в Москве и в Крыму. Нам что, в Крым ездить за продуктами питания? Что вот это ограничение по Крыму дало возможность крымчанам нормальные продукты питания давать жителям Крыма. А мы в Москве не можем этого делать. В самых дорогих магазинах всякую дрянь продают, где все завышенные нитраты, и искусственные, и пальмовое масло, и молочный порошок. Поэтому здесь надо это делать. У нас 44 тысячи поселений. А рынков сколько? Вот что, молчит наше федеральное агентство, антимонопольная служба или... Министра торговли нету. Где, в какой стране мира нет министерства торговли? Назовите мне. В Америке и министр внутренней торговли, и внешней. У нас маленький департамент в Министерстве промышленности. Я спрашиваю, почему? Говорит, а у нас нету государственных магазинов.